Житель Бора осужден за убийство 10-летней давности. Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Еще в декабре 2008 года в доме сторожа, расположенном в Садовом товариществе на Бору, подсудимый в ходе ссоры с коллегой по работе нанес 60-летнему мужчине 8 ножевых ранений. Тело погибшего злоумышленник скрыл в подвале этого же дома, закопав в земле. До 2014 года он спокойно проживал в этом доме, продолжая работать сторожем. И только в августе прошлого года мужчина пришел в органы с явкой с повинной. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.